Хакан, выслушай меня, пожалуйста. Послушай, нет никакого пранка. Я соврал Виталику и Кирюхе. Извини, Кенич, нам дрявым домой нужно. Да постой, я это не серьезно. Просто нужно было так сказать, понимаешь? Не понимаю. Да они бы избили меня! Они тупые! Они не понимают, что танцы — это нормально. Ну, значит, правильно Гуфи говорил. Ты трус обыкновенный. Пока. А ты чего на репетиции не ходишь? Уже неделю пропустил. Опять выгнали? Да нет, я уже собрался, иду. О, Кенич! Иди-ка сюда. Спортом как секс, а я в нем король. Здорово, парни. Здорово!